Всем привет из Таиланда, с пляжа Патонг. Сегодня начинается тайский Новый год Сонгкран. И по традициям здесь никто не останется сухим. Я никогда не посещал данный праздник, никогда его вживую не видел, только слышал о нем. И сегодня я хочу пройтись от Нанай Роуд, это четвертая улица на Патонге, которая как бы почти самая дальняя, есть еще выше на горе. Пройти от нее до улицы Пляжной, до пляжа, через Бангла Роуд, где должен быть самый как бы активный движ в честь этого праздника. Интересно, получится у меня пройти сухим или нет. Вот сейчас обстановка с моего балкона. Все пока сухо. Никто никого не обливает ведрами воды и большими-большими секалками. Хотя, вон я уже вижу, дети начинают обливать. Вообще, конечно, как говорится, самое опасное время в Таиланде, потому что очень много пьяных будет за рулем. И немножечко нужно быть осторожнее, чем в другие дни. Так, ну что же, деньги я... Кошелек я пакую в пакет, чтобы деньги не промочились. Хотя, в принципе, это не так страшно, потому что в основном все деньги в Таиланде пластиковые. Так, электронная сигарета будет мокрая по-любому. И, в принципе, сигареты тоже будут мокрые. Так что я подкурю одну. Пойду на свой страх и риск в надежде быть незамоченным. Так, в Таиланде наступает 2566 год. Сегодня это происходит. Вот я иду по улице Нанай Роуд. И пока здесь сухо. Хотя вот видно, что какая-то прям размазанная лужа откуда-то произрастает. Возможно, это с мойки. Сегодня, наверное, по случаю Нового года решили все помыть машины. Вот уже ребенок стоит с орудием. И всех проезжающих брызгает. Кстати, всю неделю уж люди празднично одеты. Если прийти в 7-Eleven, где обычная какая-то такая униформа есть, 7-Eleven-ская, то сейчас все... В рубашечках, типа таких гавайских, с цветочками. Все празднично, ну не только 7, это относится и к другим местам. О, орудие. Так, ну потому что я иду с телефоном, наверное, меня не трогают. Был бы я без телефона, я тут же получил бы дозу воды. Патонг уже прямо оживает после пандемии, практически все открыто. Я здесь был почти год назад, чуть менее, и все было иначе. Было гораздо больше закрытых заведений. Все распаковывается, открывается новое, переименовывается, моется, красится. Патонг уже такой более бурлящей жизнью живет. Это совершенно два разных вида Патонга. Мне даже как-то уже непривычно здесь. Я впервые попал здесь совершенно в другую среду. Вот уже идут мокрые. Говорят, что там опасность. Варзон. Боевые действия происходят. Так, значит, там, короче, сухим не останешься, даже на Нанай Роуд. Окей. Я уже вижу веселых охотниц из массажки, которые раздают прямо из ковшиков. У них там ведро с водой, по всей видимости. И они прям накидывают на проезжающих и проходящих мимо. О! Меня только спасло то, что я был на другой стороне улицы. Какая мокренькая таечка передвигается. И там вот раздают недалеко. О, вот. Опасные. Все, я уже начинаю получать. Немножко получил.
Сейчас, мне кажется, я грибу по полной. А в Таиланде это время, апрель, самое жаркое время в году. О, все. Все, они даже своей водой камеру отключили. Так, меня уже ждут. Всех уже ждут. Ну, окей, я иду. Отлично. Каким-то образом у меня почти сухая сигарета. Значит, плохо празднуем. Тут просто из шланга поливают. Самое правильное решение. Но я уже не выполнил квест. Я не смог дойти до пляжа Сухи. Я полностью, у меня же трусы мокрые. Давайте зайдем в 7-Eleven, посмотрим, как празднично выглядят работники 7-Eleven. Ой, здесь так холодно под кондиционером будет. Вот видно, что в рубашечках все. Касается прям всех сотрудников, даже во всех таких госучреждениях, все в рубашечках, все с цветочками, либо в платьицах, в цветочек, либо в рубашечках, в цветочек, без исключения. Так, дети. Сейчас заливают. Я сейчас прохожу с места Нанай Роуд, выхожу в сторону Банзан Маркета. Там должно быть еще больше активностей. Блин, даже кто-то сухой еще передвигается, это удивительно. Как эти люди сухими остаются, либо они только вышли из своих отелей, домов. А, тут еще обсыпает чем-то, что ли? У чувака все лицо какое-то белое, в порошке каком-то. А это что? Что это такое? Зачем меня обмазывают? Что это такое? Ну ладно. Чем-то вымазывают. Так, ну вот на третьей улице, где Банзан Маркет, вот это вот сооружение. Здесь как бы поспокойней. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здесь меньше обливают. Вот даже вот такие вот стрелки на мотоциклах с коляской. Oh.
Ой, спасибо. Hot water, окей. Спасибо. Тут тепленько. До этого было холодно, не очень приятно было. Окей. Приятно, когда холодный. Большое спасибо тем, кто теплую воду наливает. А у некоторых прям есть ледяная, очень неприятно. Так, ну вот она, Bangla Road. Тут вообще самая жесть должна быть. На каждом шагу его, не знаю, тут тысячи предложений по покупке секалочек.
вот я почти дошел до пляжа. Осталось буквально 50 метров. Еще предстоит обратно дойти. На пляже, походу, спокойствие. Тут попроще. Да, тут ничего такого прям нет. Ну, конечно, жесть на Бангле. Да, тут вообще ничего нет. Можно заметить, что на пляже обычная жизнь без воды. Ну что, вот такой вот праздник происходит в Таиланде на Новый год. Так отмечают тайцы новую дату. Весьма весело, но небезопасно для вашей техники. Все можно замочить и похерить. Так что я пойду в обратную сторону, опять в эту пучину сикалок. В открытый глаз. О, это было неприятно. Холодненькой, да, холодненькой.
Thank you very much. I'm interested only. What's this? $300 I see. Okay, thank you. 700 бат на самом деле стоит. Все, я иду домой сушиться и сушить телефон. Иначе он не сможет заряжаться. Блять. Что за хуйня? Блять, чувак просто мне наехал сейчас на тапок. У меня тапок слетел просто мотоциклом. Просто на ногу. Мудила. Чертовски весело. It's water. Oh, no. Okay. Happy New Year. Massage. Massage? I'm so wet. Oh, no. No. Don't worry. No, I don't want to be. I want relax. I can do. Lucky massage. I remember. Okay. What's the thing? Huh? I see. See you. Happy ending. 400 baht. Без лебединга, просто oil massage. Массовая раздача оружия, чтобы держать оборону. Бомб. В спину не полетела бомба. Ай,